Всем доброго времени суток. Сейчас занимаюсь обрезкой на полях питомника и хотел бы с вами поговорить о плодоношении. Вопрос первый. Можно ли сейчас определить, был ли урожай на дереве в прошлом году? Ответ – можно. И сейчас я вам покажу. Каждое яблоко, которое созревало, которое висело в прошлом году, оставляет после себя вот такой вот след. Соответственно, если вы пройдете и посмотрите на своих деревьях, остались такие следы у вас или не остались, можете определить, был ли урожай или нет. Следующий вопрос. Можно ли по дереву сейчас определить, будет у вас урожай или нет? Ну, на самом деле, определить точно нельзя. Однако, можно определить, будет ли цветение или не будет. Сейчас покажу. Вот у нас идет обычная ветка. И на ней располагаются обычные почки, из которых потом будут у вас вылезать листики, вылезать побеги. Это вот они, обычные почки. Сейчас они выглядят именно так. А вот как выглядит плодовая почка. То есть та, которая будет вам давать в этом году цветы, а может быть даже и плоды. Они могут быть вот такими вот одиночными, располагаться на стволе, а могут находиться на различных плодовых образованиях. Например, вот копьецо. На кончике у нас как раз цветочная почка. Так, я вам, значит, сейчас срезал, для того, чтобы вы могли понимать. То есть снизу у нас идет обычная почка, вегетативная, то есть или та, которая дает листву. Сверху у нас генеративная, или по-другому цветочная. При этом также не стоит путать с верхушечной почкой, которая тоже довольно крупная на однолетнем побеге, или почки, которые располагаются ближе к макушке, они тоже обычно покрупнее, но они расположены на однолетнем побеге. На однолетнем побеге не может быть цветочных почек. То есть, опять-таки, снизу у нас обе почки дают листву, вот эта почка, которая сверху, будет давать цветы. Поэтому, когда вы проводите обрезку, следует оставлять вот эти плодовые образования с почками, ну, если вы, конечно, хотите получить от них урожай.